Ну что, Новый год надо встречать чистым, так сказать, тем более фамилия Чистов. Поэтому мы сейчас идем в баньку. Идем в баньку, потом в снег попрыгаем шикарно. Приведем себя в порядок перед встречей Нового года. Потом чуть-чуть отдохнем и будем готовиться к новогоднему столу. Кто-то хочет отменить Новый год. Она не собирается вставать, говорит, я буду спать до завтра. И от подарков уже отказывается. Что делать? Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья – это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому. В этом году стол с хренком. Семейный Новый год. Сейчас поужинаем, а потом уже к 12 просто с закусочками. Да, дети ждут подарочки. Да? Ждете подарки, дети? Да! Мы тоже. Ребят, все увидели видео, где Дашке я сказал то, что люблю ее. На самом деле, наверное, так и есть. Но какой-то выбор я еще не сделал, я еще не понимаю. Сейчас наслаждаюсь Новым годом, прекрасным времяпровождением. О каком-то решении говорить рано, но в целом, когда увидел Дашку, реально вспыхнули какие-то чувства. Но говорить, что я там решил быть с ней или что-то мы обоюдно решили, пока что нет. Поэтому сам буду смотреть, что будет дальше, и просто наслаждаться новогодними праздничками. Всех с наступающим Новым годом, дорогие друзья. Вот так вот Корнеич сидит тут один. Мы сильные, независимые мужики. Поэтому всем чинг-бэнг. Ребят, передаю вам романтику своего детства. Короче, вот так вот мы выходим. Время 12:20, выходим на улицу, народ гуляет, соседи выходят, огонечки, фейерверки, снежочек, как будто заказывали, ни хрена там салюты. Короче, сейчас я покажу, что происходит, обязательно шампанское надо брать с собой. С Новым годом! Короче, вот такая атмосферка здесь, своя, как, отвечаю, прям как в детстве. Такой кайф. Сейчас мы пойдем на горку. Взяли санки. Кайф. Мамуль, Новый год по-сибирски. Отвечаю! Ну что, вот на этой горке в детстве катался, отвечаю просто. Да, какой кайф, отвечаю. Просто Вася, снежочек Вася, такой идет. Салюты везде просто. Игорёня, держи все. Мама кататься пошла. Давай. Мама на горку пошла. Все нормально, все под контролем. Ой-я, что творится? Ой, что творится? Блин, как в детстве, клянусь. Поляну накрыто уже почти новогоднее настроение. Ну, по крайней мере, оливье точно уже есть. Приехали друзья, и мы провожаем, получается, старый год. Так, ребята уже приехали. Здрасте! Влог снимаю.
Так, у нас тут фотки. Фотки сейчас проявляются. Ждем ребят, пока все сейчас проявятся. Короче, мы решили сделать такую уютную елку с нашими фотками. Это Марси. Ты видела, да? Это все, что можно было сфотографировать. Уже началась суета новогодняя. Все сейчас пока фоткаются. Давайте серьезно. Давай, поза. Я вот, извините. Шаурма! Корейская шаурма! Кто хочет? В общем, стол накрыли, сейчас показываю. Стол накрыт, все готово. Тут всякие салатики, шмалатики. Не я, не я готов, все покупное. Твои гуглишки. Все покупное. У нас, короче, такой вот трип с Эмилией. Я на мотоцикле, она на байке. Это единственное, что нас увезло. Это какая-то модная улица Белсан Хантаун. Мы пришли на нее. Ой, ладно, горячо. Ой, будь здоров. Видите, это мясо крокодила. Вот они тоже садятся. Как нормально, видишь, мы с ними. Ура! Ну! Ну правда, что вы? Слушай, ну Мишку с Хакунова точно не надо звать, да? Он сейчас как свинья. Я сказала, рано не заносить. Ты сказала, вообще не надо. Я сказала, рано Ира не сказала, заносить. Ира сказала, рано растает. Если ничего не будет, потом будет сразу не надо, будет давать, да, Ира? Ура! Звезды из бутылки открыты. Уре! Ждут. Мы встречаем казахский Новый год. Хватит мне. Вышли на елочку. Идут одни. Так красиво украшены. Поселок, в котором родители живут. Чё встал? Сфоткала? Это видео. Или в вас. Погонять. Я сейчас. Невменяемо. Невменяемо. Подожди, еще раз. Подожди. Невменяемый. Ура, повтори. Миякин шпили. Ну, ребят, как я и говорил, не хватает только гостей. Подарков стало в миллиард раз больше. Стол взрывается. Гостей показал красавчики, кроссовки. Кроссовки. Все, ладно. Всех с наступающим. Тяжелый был год. Так. У многих есть результаты, достигнутые цели. Но в конце года давайте вот весь негатив, все сложности просто опустим. Оставим. И с позитивом, с правильной энергией войдем в 2024 год. Честно, поэтому... как будто репетировал. Да, ну, прям. Пойдем. Ура! Ура! Прощай, старый год! Так, ну что, я приехал на самую закрытую вечеринку в этом городе. Обалдеть, что тут происходит? Там у нас фейс-контроль сидит на камерах. Все четко? Ошалеть! У нас салон красоты. Обалдеть, что происходит? Кстати, сама наготовила? Сама наготовила, реально? Конечно. Ничего себе. Ромочка с 8 сама утра. Слушай, кайф, сразу видно. Кстати, по лицу видно, что не спала. Ты чё? Да. Твоя женщина меня красит. Ой-ой-ой.
И подарки тоже, и ничего себе. А ты думал? Обалдеть, слушай. Гостей ожидали. Здравствуйте. Ну, нормально. Прикольно. В жизни у меня такого никогда не было. Можешь, но я такое смотреть. Только видел в рождественских фильмах. Ёлка и добавить. Тут подарки. Ёлки! Раз ёлка, до ёлка. Не, ну очень честно, атмосферно. Вот тут лежат огромное количество подарков. И непонятно, что, чье. То есть все здесь на секрете серьезном. Тайный Санта у нас же в городе тут заскакивал, конечно. Соответственно, да. Очень классно. Скоро будем вскрывать. И все. На этом история заканчивается. А, нет. Чебуреки сейчас. Ромка Капа! Это же Ромочка! Ромочка! Приготовил стихи? Нет. Что ты знаешь у нас, Ромочка? Нихуя ты здоровенный! Он уже не ребенок! Да. Ты ему на ладошки на такие сел? Вот так ладошки было? Занервничал! Подарки вам принес? Девушка, горбатый. Спасибо, пиздюк! С Новым годом! Сразу видно, где тарелочка Давидика обозначена. Сейчас окрошечку будем наливать. Вкусненькую. Ой, вкусняшки. Конечно, самое вкусненькое. Нямка-нямка. Просто сочная. Гречечка там, начинки. Оливьешечка. Это еще не все, это только накрываем. Это будет уходить, приходить новые блюда. А это Давидику. А это бабушке. Бабушка, на. А, не дает мне, тебе дает. Ням-ням-ням. И все. И все, бабушке. Спасибо, какой швабка. Довольна, что поделился. А это Давидику. Ура, Давидик! Осознанный Новый год встречает. С подарками и желаниями. А тарелка у тебя, конечно, вообще прям. Ребят, у нас Новый год практически на трезвом. Я взял немножко пива, пью его. Корнеет вообще ничего не пьет. Настроения особо нет. Даша до нас еще не доехала. Поэтому, не знаю, особо не празднуем Новый год. Даже стол не накрывали. Взяли пару салатов, мясо, но ничего страшного. Зато мы сильные и независимые. Всех с Новым годом, да? Ну, конечно, немножко другой Новый год я ожидал. Но зато я трезвый. Вот такие снежинки падают. Тот, кто обещал ко мне доехать, так и не доехал. Но в целом я определенный вывод сделал. Ладно, всех с наступившим Новым годом. Что есть, то есть, как говорится. Хорошо, что мы живы и здоровы. Так что всех с праздником. Год дракона. Ну что, скоро Новый год. У нас вот... такое, с легким паром, ирония судьбы, раненый Корней в сердце. Конечно, чуть-чуть другой Новый год я ожидал. Дашка тоже не доехала, видимо, олени ее застряли в пробке, на которых она мчила. Машка не приехала. Машка не приехала, Дашки нет. И вот мы с Корнеем остались вдвоем, как сильные независимые мужчины. Поэтому всех с наступающим Новым годом, дракона! Пусть все плохое улетит, все хорошее прилетит. Короче, пламя изо рта, всем чэнг-бэнг, с наступающим 2024 годом, чэнг-бэнг! Дыш! Чэнг-бэнг. Нам с тобой веселей, с Новым годом, люди, с Новым годом, звери, птицы и деревья. Спасибо, всё. Я ем эту бумажку! С Новым годом! Я сожрала ее. Я. Мое желание. Страна с Новым годом. Я люблю. Все желания сбылись. Либо кроссовки, либо Мишка Бербрик. Открывай. Ой-ой-ой. Я смотрел, мне он очень Мишки понравился. Поняла? Ой, красота. А я из Волгограда. Ой, что красота. Это? Красота. А, это Мишка. Написано много. Я сейчас просто в шоке, мы сидим, душевно разговариваем, я просто спрашиваю, сколько время, и мне говорят 8:30, просто вот они,
три легенды, выжившие. Короче, всех с Новым годом. Мы даже зашторили, потому что, я думаю, на улице прям все, вот утро. Короче, я пошел. Переоделась. Уже нет праздничного наряда, как видите. Просто сидим. Когда-нибудь спать пойдем. Да-да, я за основу. Новый год — это год летающего огненного дракона. Так, соответственно, так. Как только в нашей жизни появятся так. какие-то трудности, они появятся. Мы не пугаемся, как кролики. Вот так. А мы их хреначим. Эти сложности огнем, как драконы. Еще. Еще. Очень страшно, очень. Меня напомнит все равно. Имя вслух произнесем. И пусть молчит. Как бабушка чья-то, не вбит делать. И фонарей даже есть, ребята, голубцы, ну, сделали все, что могли, чтобы это была праздничная обстановка. У нас сегодня много локаций, много остановок, начинаем отсюда по-домашнему. Ура! Так, тут интересная штука. Это будет на меня похоже, потому что у меня это только есть, а ни у кого нет, но теперь есть и у тебя. Алиса? Луна. Это Луна. О, давай. Луна! Себе тоже Луна. Еще тебе парфюм. Охуеть. Еще я тебе хотел купить шлем салатовый. Но ты не ездишь в шлеме. Я хотел спросить, тебе вообще он нахуй нужен или не нужен? Потому что я думал, под салатовый байк тебе купить прям шлем еще дополнительно. Это мой сладкий байк. Еще смотри, вот такой маленький подарочек. Это то, что нам надо все по спорту. Трибулус, женьшень и что у нас там, Гатали? Это не просто. Это дедушка Мороз. Это важная вещь. Это важная вещь. Так, брат, сейчас. Все, врубай. Новый год начнется, скоро все случится.
дом. И сейчас у нас концерт Дорна. Ура! Да? Девочка. Я очень рада. Очень жарко, просто очень жарко, душно. Но все красивые. Напрасно. И опять напрасно. Собираюсь я сказать сейчас. И все вместе. И снова седая ночь. И только ей доверяю я. Знает седая ночь. Ты все мои тайны. Но даже не ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем не тяну. Все, 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 все мое, не кайф. Наказывай. 1000 рублей. Ну что, Новый год надо встречать чистым, так сказать, тем более фамилия Чистов. Поэтому мы сейчас идем в баньку. Идем в баньку, потом в снег попрыгаем шикарно. Приведем себя в порядок перед встречей Нового года. Потом чуть-чуть отдохнем и будем готовиться к новогоднему столу. Кто-то хочет отменить Новый год. Она не собирается вставать, говорит, я буду спать до завтра. И от подарков уже отказывается. Что делать? Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья – это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому. В этом году стол. С хренком. Семейный Новый год. Сейчас поужинаем, а потом уже к 12 просто с закусочками. Да, дети ждут подарочки. Ждете подарки, дети? Да! Мы тоже. Ребят, все увидели видео, где Дашке я сказал то, что люблю ее. На самом деле, наверное, так и есть. Но какой-то выбор я еще не сделал. Я еще не понимаю. Сейчас наслаждаюсь Новым годом, прекрасным времяпровождением. О каком-то решении говорить рано, но в целом, когда увидел Дашку, реально вспыхнули какие-то чувства. Но говорить, что я там решил быть с ней или что-то мы обоюдно решили, пока что нет. Поэтому сам буду смотреть, что будет дальше, и просто наслаждаться новогодними праздничками. Всех с наступающим Новым годом, дорогие друзья. Вот так вот Корнеич сидит тут один. Мы сильные, независимые мужики. Поэтому всем чинь-бэнь. Ребят, передаю вам романтику своего детства. Короче, вот так вот мы выходим. Время 12:20, выходим на улицу, народ гуляет, соседи выходят, огонечки, фейерверки, снежочек, как будто заказывали, ни хрена там салюты. Короче, сейчас я покажу, что происходит, обязательно шампанское надо брать с собой. С Новым годом! С Новым годом! Короче, вот такая атмосферка здесь, своя, как, отвечаю, прям как в детстве. Такой кайф. Сейчас мы пойдем на горку, взяли санки,
кайф. Мамуль, Новый год по-сибирски. Отвечаю! Вы что, на этой горке в детстве катался, отвечаю просто. Бля, какой кайф, отвечаю. Просто мать, снежочек пошла, такой идет. Салюты везде просто. Игорёня, держи все. Мать кататься пошла. Давай. Мама на горку пошла, все нормально, все под контролем. Ой-я, что творится, ой, что творится. Блин, как в детстве, клянусь. Прыто уже почти новогоднее настроение. Ну, по крайней мере, оливье точно уже есть. Приехали друзья, и мы провожаем, получается, старый год. Так, ребята уже приехали. Здрасте! Так, у нас тут фотки. Фотки сейчас проявляются. Ждем ребят, красиво, пока все сейчас проявятся. Короче, мы решили сделать такую уютную просто елку светло, с нашими фотками. Можно подснимать. Это Марси. А? Ты видела, да? Смотри. Это все, что можно было сфотографировать. Уже началась суета новогодняя. Все сейчас пока фоткаются. Давайте, серьезно. Давай, поза. Поза. Извините. Корейская шаурма, кто хочет. В общем, стол накрыли, сейчас показываю. Стол накрыт, все готово. Тут всякие салатики, шмалатики. Не я готов, все покупное. Твои гуглишки. Все покупное. У нас, короче, такой вот трип с Эмилией. Я на мотоцикле, она на байке. Это единственное, что нас увезло. Как нормально, видишь, мы с ними. Ура! Ну! Ну правда, что вы тут? Слушай, ну Мишку с Хакунова точно не надо звать, а? Зажал, что ли? Я сказала, вообще не надо. Я сказала, рано. Ира сказала, рано растает. Если ничего не будет, потом будет ладно, не надо, будет давать, да, Ира? Ура! Звезды из бутылки открыты. Уре! Ждут. Мы встречаем казахский Новый год. Хватит мне. Вышли на елочку. Идут одни. Так красиво украшено. Поселок, в котором родители живут. Чё встал? Вот кого? Это видео. Видео в вас. Погонять. Ну, туда, чтобы туда. Ой, у тебя шапка какая красивая.